Вести Карачаево-Черкесия. В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте, коротко о некоторых темах. В Донбай будет построена и реконструирована сеть горнолыжных трасс общей протяженностью около 17,5 километров. В этом году запланировано благоустройство 66 территорий, 10 из которых общественные и 56 дворовые. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о хищении свыше 38 миллионов рублей. И армрестлеры республики показали отличные результаты на состоявшемся в Орле первенстве России. Далее подробности. В России создадут цифровую систему учета племенных животных. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Подготовлен законопроект о создании информационно-аналитической системы, и на этой платформе станет вестись регистрация племенных животных и также учет хозяйств, которые участвуют в такой работе. Зайти в эту базу данных будет возможно, в том числе через единый портал государственных услуг. Причем для всех пользователей доступ будет бесплатным и предоставляться дистанционно. Для органов власти и для агробизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, а также для ученых, работающих в этой сфере. Племенные хозяйства предоставят через эту базу данных информацию о своих животных, приобретение которых наиболее выгодно для сельхозпроизводителей. Фермеры смогут подобрать для себя самые продуктивные породы. Президент отмечал необходимость создания собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики. И такая новая информационная платформа нужна для прикладных исследований, востребованных у наших аграриев. Она станет хорошим подспорьем для российских производителей мяса, молока, аквакультуры, меда, продовольствия, поможет повысить конкурентоспособность нашего агропрома. На прошлой неделе делегация с участием заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, заместителя полпреда президента страны в Северокавказском федеральном округе Владимира Надыкта, премьер-министра республики Мурата Аргунова и членов правительства региона осмотрела инвестиционную площадку по строительству новых объектов в Донбайе. Всего за счет инфраструктурного бюджетного кредита до конца этого года планируется построить и реконструировать сеть горнолыжных трасс общей протяженностью около 17,5 километра, в том числе новых более 1 километра и остальные реконструируемые. На сегодняшний день строительные работы на трассах практически завершены. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта планируется строительство скоростной канатной дороги гондольного типа, апарт-отеля на 96 номеров и кафе-купол на 250 посадочных мест. Завершить работы планируется до конца следующего года. Компании «Кавказ-РФ» поручено подготовить мастер-план развития курорта Донбай. Такое решение принято во время приезда заместителя министра экономического развития страны в Карачаево-Черкесию Сергея Назарова. На сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно неплохо развита вот вся горная часть, с учетом того, что перспектива и строятся дороги, и, соответственно, в этом году еще две канатные дороги будут. Да, наверное, можно модернизировать, добавляются трассы еще, тоже республика строит, дополнительно расширяет трассы, приводит. А вот с самим поселком, конечно, здесь большая проблема. Тоже мы обсуждали о том, что нам надо будет совместно сейчас сделать мастер-планирование, соответственно, нарисовать перспективу, потому что много, соответственно, есть объектов незавершенных, фактически треть объектов незавершенных от общего количества. Вся инфраструктура, дорожная, улично-дорожная сеть, она достаточно хаотичная, потому что весь период этот постсоветский застроен был, ну, как попало. Поэтому сделать новый генплан, соответственно, сформировать общественное пространство, убрать то, что тут незаконно, и тогда вид, в общем-то, будет достаточно приличный. И дальше смотреть, как его развивать в едином архитектурном стиле, собственно, чтобы это было действительно привлекательно для туристов. И в продолжение этой темы заместитель министра экономического развития страны Сергей Назаров в рамках рабочего визита в наш регион провел встречу с представителями местного бизнеса. Среди перспективных отраслей экономики Карачаево-Черкесии Назаров назвал туризм, животноводство, выращивание и переработку овощей и фруктов. Отдельной темой для обсуждения стали приоритетные для республики инвестпроекты. Самый известный, который входит в перечень прорывных, это, конечно, курорт Архыз.
Далее цитата. «Буквально несколько дней назад мы передали право владения архизом частному инвестору. Продолжаем работать и над развитием в регионе технологичного агропрома. Поддерживаем развитие интенсивного садоводства, помогаем строить плодо- и зернохранилища. Ищем и анализируем новые перспективные ниши», рассказал генеральный директор «Кавказ-РФ» Андрей Юмшанов. Спикеры встречи также отдельно ответили на вопросы гостей по ликвидации административных барьеров и существующих мерах поддержки. По итогам встречи с бизнесом Карачай-Черкесии региональные и федеральные власти в связке с институтами развития, банками и предпринимателями сформируют портфель государственных мер и инструментов поддержки и подготовят предложения по дополнительным решениям. В этом году республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа будет реализована на территориях личных подсобных хозяйств в 3 районах Карачай-Черкесии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Анзор Баташев. Создаем комиссию совместно с районами, выезжаем в личные подсобные хозяйства, которые хотят участвовать в данной программе. Предприятие, которое осуществляет закладку, приезжает вперед отбор земли, отбор воды. Смотрим, огорожена территория или нет. Чтобы было как минимум 10 соток, ну, надо хотя бы, чтобы 11 было. Потому что на 10 сотках считается закладка, чтобы возможность была обслуживать, чтобы была вода, чтобы было электричество. Параллельно смотрим документы, как оформлено право собственности на землю. Прошу как бы обратиться в администрацию района или, если нужно, как в Минсельхозе Карачай-Черкесской Республики по адресу Кавказская, 19, обратиться в отдел растениеводства, отдел механизации земледелия. Карачай-Черкесия стала лучшим субъектом Северокавказского федерального округа в области лесных отношений. Такую оценку дал Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу на прошедшем итоговом совещании, посвященном эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений в ЮФО и СКФО. По словам министра природных ресурсов и экологии Карачай-Черкесии Дианы Качкаровой, в прошлом году объем незаконных вырубок лесных насаждений в регионе сократился в 4 раза. В целях подготовки к пожароопасному сезону в регионе прошла ревизия сил и средств пожаротушения, включенных в сводный план тушения лесных пожаров на территории республики. Информацию комментирует начальник обеспечения охраны, защиты леса и организации тушения лесных пожаров Министерства природных ресурсов и экологии Эльвира Джанибекова. Правительством Карачай-Черкесской Республики принято постановление о перечне населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и начале пожароопасного периода. В это постановление вошли такие населенные пункты, как поселок Архыз, поселок Пхия, поселок Домбай и город Тиберта. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии пожароопасный сезон открыт с 3 марта 2023 года. В Министерстве природных ресурсов действует региональная диспетчерская служба, которая в оперативном режиме на базе спутниковой системы СДМ «Рослесхоз» отслеживает возникновение термоточек. В случае возникновения термоточки тут же осуществляется выезд на место возгорания и определяется причина возгорания. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды на территории Карачай-Черкесии в текущем году запланировано благоустройство 66 территорий, 10 из которых общественные и 56 дворовые. В частности, ожидается масштабное обновление дворовых пространств. Так, больше всего дворов модернизируют в Черкесске 25 территорий. Будет также благоустроено 3 парка, 5 скверов, 1 аллея и 1 каскадная лестница на спуске в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», который относится к типу общественных пространств. Работы затронут 14 муниципальных образований республики. В прошлом году в регионе было облагорожено 63 территории, в том числе 13 общественных и 50 дворовых. Еще одно место для прогулок появится в республиканской столице. Благоустроенная аллея будет расположена на улице Даватора в районе регионального погрануправления. Работы там уже стартовали, старое покрытие демонтировано и совсем скоро начнется укладка тротуарной плитки. Общая протяженность новой общественной территории составит 158 метров. Украсят аллею 10 лавочек, обязательные урны для мусора и прочие малые архитектурные формы –
а уютный теплый свет в вечернее время обеспечат 10 фонарей. Информацию комментирует ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкесска Руслан Жукаев. Руководством города было принято решение также за собственные средства муниципалитета обустроить данную аллею, так как у жителей была потребность в этой аллее, то есть немало людей проголосовало за ее обустройство, поэтому на данный момент ведутся работы по ее благоустройству. Первыми в списке благополучателей от этой аллеи являются студенты и жители данного района, так как у нас рядом находится колледж. В этом году и в следующем году у нас есть запланированные объекты, которые мы планируем обустроить. Это происходит путем там участия в различных государственных программах, но у нас есть большие планы по развитию нашего любимого города. Прокуратура республики направила уголовное дело о хищении свыше 38 миллионов рублей. Завершено расследование в отношении 15 участников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям мошенничества и организации участия в преступном сообществе. Тему продолжит старший помощник прокурора Карачая-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. По версии следствия, с февраля 2015 по сентябрь 2022 года обвиняемые в составе преступного сообщества, действовавшего на территории Карачаева-Черкесии, подыскивали владельцев сертификатов материнского капитала, имеющих реальные намерения распоряжаться ими. Злоумышленники заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением ссуд. Затем в территориальные подразделения пенсионного фонда направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов в итоге оставались без жилья. От действий обвиняемых пострадали более 40 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 28 миллионов рублей. Свою противоправную деятельность злоумышленники вели от имени кредитного потребительского кооператива. В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Следственными органами республики завершено расследование уголовного дела о халатности при реализации государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот. Установлено, что в соответствии с федеральными и республиканскими законами в области социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году Министерству имущественных и земельных отношений Карачая-Черкесии было выделено около 85 миллионов рублей для обеспечения специализированными жилыми помещениями лиц указанной категории. Несмотря на имеющуюся возможность, жильем были обеспечены всего лишь 34 человека, большая часть денежных средств была не освоена, а возвращена в бюджет. Следователями проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий. Признано потерпевшими 618 человек, допрошенные свидетели, произведены выемки документации, представляющие интерес для следствия. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения. 4 пункта оказания психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям продолжают свою работу. Они созданы в Черкесске, Зеленчукском, Карачаевском и Урупском районах. В частности, бесплатную помощь от квалифицированных психологов можно получить в Республиканском социально-реабилитационном центре «Надежда» и Центре социального обслуживания населения. Тему продолжит заведующий отделением социальной диагностики Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» Фатима Хубиева. Понимаете, они пережили такой стресс, и сами военнослужащие, и члены их семей, и они нуждаются в психологической помощи. Не все знают о том, что они могут получить бесплатную помощь, поэтому мы разместили на всех наших сайтах, на официальном сайте Центра Надежды, контактные данные, по которым они могут записаться на консультацию, и в соцсетях. Хуже, если человек не обращается. Последствия бывают намного тяжелее. Бывают даже необратимые последствия. Поэтому вовремя обратиться к специалисту – это уже половина решения проблемы.
Очень сложно нашим мужчинам, кавказским мужчинам, обращаться за помощью, именно к психологической помощи. Я думаю, чаще всего будут обращаться все равно члены семьи. Тут у меня большая просьба именно к ним. Если они будут замечать, что что-то будет происходить не так, что человек сам не справляется, поэтому, естественно, насильно привести его невозможно будет, но найти какой-то определенный способ, чтобы объяснить человеку, что это необходимо. Федеральные автодороги Северного Кавказа готовят к весеннему половодью, рассказывает пресс-секретарь Управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. С мая по июнь 2023 года, в период прохождения паводка, ФКУ «Пырдор Кавказ» на федеральных дорогах Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алании, Ингушетии, Чечни и Дагестана задействует 420 рабочих и 220 единиц спецтехники, а также подготовит почти 94 тысячи кубометров инертных и пиломатериалов. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения на подверженных опасности подтопления участках федеральных дорог и искусственных сооружениях на них организована противопаводковая комиссия. Создадут 48 бригад с техникой и запасами материальных ресурсов для своевременного предупреждения и ликвидации возможных ЧС. В зоне риска подтопления находится 21 участок автодорог общей протяженностью почти 40 километров. В Карачаево-Черкесии на трассе А-155 Черкесск-Домбай, а также на подъездах к курорту Архыз и к границе с Абхазией расположено 12 таких участков. Сейчас на данных участках дорожники очищают кюветы и водоотводные лотки от загрязнений и наледи. Около 5000 школьников Карачаево-Черкесии приняли участие во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству и финграмотности. На образовательном портале «Учи.ру» продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада по предпринимательству и финансовой грамотности. Ребята могут закрепить и проверить знания, так необходимые в повседневной жизни, а после поделиться ими со своими друзьями и близкими. В прошлом году свои знания в ходе олимпиады проверили около 9000 школьников Карачаево-Черкесии. Согласно промежуточным результатам этого года, меньше чем за 2 недели в ней уже приняли участие более 4700 детей. Музей боевой славы Центра образования номер 11 Черкесска стал партнером Московского музея Победы. Учреждение присоединилось к долгосрочной программе развития школьного музея Победы. По словам руководителя детского центра Музея Победы Елены Слесаренко, участникам программы предоставят площадку для выставки своих экспонатов в Москве, участие в конкурсах и фестивалях всероссийского уровня и так далее. Ну и в заключение выпуска новости спорта. Армрестлеры республики показали отличные результаты на состоявшемся в Орле первенстве России. Победителями стали Альберт Кенжев, Рустам Тимирлиев, Ранет Гаджаев, Ренат Токов, Алан Лайпанов и Мурат Айбазов. В общем зачете в четверку лучших также попали Алан Тимирлиев, Ансар Уртенов, Исмаил Казиев и Мухаммад Токов. В Елабуге Татарстана прошел Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, в котором приняли участие 250 спортсменов из 28 регионов страны. Наши спортсмены завоевали 8 медалей. В ходе упорных схваток победителями в своих весовых категориях стали Ислам Лайпанов, Алан Тикеев, Арсен Мусалаев, Расул Джанкиозов, Шамиль Балачиев, Азамат Ялибек Татаркулов и Рустам Кубанов. Теперь нашим спортсменам предстоит участие в Кубке мира по борьбе на поясах, который пройдет в октябре текущего года в Екатеринбурге. Борцы Карачаево-Черкесии греко-римского стиля Ислам Шанов и Беслан Кунижев завоевали серебро и бронзу первенства России. Оба спортсмена провели по 5 встреч и в 4 одержали победу. По итогам турнира воспитанники спортивной школы номер 5 Черкесска вошли в состав юношеской сборной команды страны. Всего за победу в престижном турнире боролись более 500 спортсменов со всех уголков России. Теперь наших спортсменов ждут тренировочные мероприятия в составе национальной сборной и выступления на официальных стартах, запланированных тренерским составом Федерации спортивной борьбы России.
Во Владимире прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей 16-17 лет с проблемами слуха. Сборная Карачаево-Черкесии завоевала две медали различного достоинства. Арафат Мамедов в весе 110 килограммов стал обладателем золота. Хасану Ильязову досталось третье место. По итогам состязаний оба наших борца вошли в состав сборной команды России. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!